Так, я решил как бы две части записать, это оборвать, как бы проще было на фейки заливать. Потому что активация на телефон это как однозначно затруднительно в больших масштабах. В общем, такая хуйня. А я уже сказал, что Варет, он сам сознался, да, что он как бы специально планировал все тут разрушить, он все это для себя только делал, да. И он сам понимает, что был неправ. Так, ну видите, что пишет, вы тролли, ну вот видишь, какая мразь, Архангел пишет, или кто? А кто, конечно, Архангел, потому что их там три осталось. Ладно, это мы в концу подойдем, да? Так, блядь, я уже забыл. Вот, и вот как бы вот эти вот и пошли, да, вот как бы за меня вот этот, почему как бы Архангел пошел, да, вот во время Варвара за меня? То, что он был опущенный там полностью. Вот тогда вот появился Архангел примерно и с Варлордом в то же время. Вот. То есть он как бы вообще непонятно, откуда он нахуй взялся, да? Но начал страшно всем гадить, да? Начал всех пробивать абсолютно, да? Причем, блядь, Варлорд был от этого в ахуете, да? Он обычно один, по-моему, на него не срал, его, по-моему, успокаивал, да? А все остальные, блядь, от этого хуйни, наверное, блядь, уже там через месяц, блядь, или через пару дней, блядь, я уже не помню, все его тут же затроллили, зачеморили, да? Там, когда был Катана, Передос, там, Промон, все как один, блядь, одевали аватар фру-фру, да? И когда он заходил в конфу, орали фру-фру-фру-фру-фру-фру, только такой чемырь был опущенный, это вообще пиздец. Все его чемырили, и он, блядь, я же с Варном говорю, он ему, блядь, звонил, блядь, этот Архангел, и плакался ему в подушку, блядь. Ой, меня троллят, блядь, ой, блядь, меня троллят. Че, где, блядь, почему они мне, нет, он говорил, почему мне фру-фру говорят, когда я захожу, блядь, да? Там фрутоняня, да, понимаете? Вот. Ну потом такая ситуация произошла, он, блядь, помимо того, что, блядь, пробивал там всех, да, он и меня начал пробивать, да, то есть настолько охуеть, да, он назвал, причем, блядь, Варт говорит, что он ему говорил, что он вообще не адепт, да, поэтому всех и проверяет. И он начал меня пробивать, это, знаете, тварь какая, блядь, знаешь, какая-то сука, зашел, начал, блядь, всех адептов до единого, блядь, просто пробивать и всем еще угрожать, еще говорить, вот я вас пробиваю. У него мозгов нихуя нет. Вот кто-то говорит, что ему 18 лет или 17, но я так не считаю, ему, блядь, 14 максимум, думаю. Либо он просто на голову больной нахуй. Вот, и он, блядь, дебил, что сделал. Он, блядь, порылся, там, у него много каналов, там, ПК-повски всяких, нашел какое-то видео, блядь. Он же как бы во времена Зон 666 геймс его не было. И он там увидел, там, что у меня на канале было написано «Мой телефон», там, это самое. И тут же мы Милка побежал всем рассказывать, нахуй, да? Побежал всем рассказывать, блядь. Я, блядь, Абдулья телефон нашел, пробил, прям там, да, прям вот, и всем пишет Варварду это. Вот, и прям и при нем прям начинает пробивать, там, вот я его сейчас пробиваю, так, блядь, он там живет, блядь. Вот, так, и что-то говорит, что-то странно, он, блядь, что-то рядом с Озоном, сука, живет, блядь. То есть вообще полный пиздец, блядь. А у меня на канале, да, когда телефон Озона пробил, я писал его телефон, типа, мой телефон, чтоб нахуй. И ему там звонили все, да. Вот. И Варлорд, он как раз и даже более четкий был, блядь, из адептов на то время. Или, может, хотел как-то выслужиться передо мной, да. Или сам его не любил, я не знаю. Он мне тут же, один из всех, вот кому, блядь, писал, ну, не знаю, хотя, может, он ему только писал, да, он мне тут же позвонил, да, и сообщил эту информацию, блядь, да. И я вот до этого, и вот в Архангела тоже, естественно, не троллил, а никого, блядь. Мне все адепты, как бы, блядь, как братья, блядь, я, блядь, за них любого, вот, блядь, порву, по крайней мере, раньше так думал, да. Пока не понял, что гнит очень дохуя. Естественно, я сказал, нахуй этого ублюдка отсюда, блядь, чтоб тут не было, нахуй, блядь, сука, мразь эту больше не добавлять. И после этого вообще ни в один, ни в одной конфе, блядь, не добавляли, да? Вот. А по поводу Джихада и Кейна, они еще в тот момент, да, они эту троицу сформировали, как бы, да, такую. Вот, блядь. И они постоянно друг друга сливали, друг другу срались между собой еще на то время. Это мне, я уже даже не помню, это мне Архангел сейчас, блядь, этот, блядь, Варлорд еще напомнил. Срались, постоянно сливали, потом опять друзья не разлей вода.
То есть вообще какой-то пиздец еще тогда происходил. Пиздец. Вот. И вот такая вот... И вот в чем дело-то? И Архангел слил, просто так пробил. Он же всех пробивал, да, я уже сказал. Это все знают, кто тогда был. И он пробил Кейна, его страница ВКонтакте, пробил Джихада, да, и все это отправил Варварду. Или по-моему, блядь, этот, Фанкижанки пробил Кейна. Ну, я не помню, блядь, надо уточнить. Ну, его, ну, кинул, ну, Джихад, это он сдал, блядь, этому варвару, да? И пиздец, и главное, они не сейчас пиздят, что это был фейк, ну, ясно, блядь, что пиздят, потому что, чтобы я не подумал, что это правда. И там вот это вот была вот рожа, да, вот это вот толстая, вот это, там, не знаю, имя, это там или не там было это. Вот. И слил, блядь, этому Вархангелу. Это было, да, когда паркур хотел бы как бы Джихад вернуть, когда он тут узнал, он говорит, вот эта, блядь, тварь паркура хочет вернуть, да? Архангел, он тоже тогда еще начал тоже, как раз, естественно, он тогда и на паркура срал, да? Потому что, блядь, чтобы не срали тебя, надо срать на кого-то еще послабее, да? И даже если его уже обосрали, и тебя тоже обосрали, надо еще больше срать. У них такая логика. На того, кто слабый, да? И похуй, ничего для было веры, блядь, главное просто все ступают сюда, просто, блядь, ну, подонков очень много ступает, да? Которые вообще не понимают, что происходит. Потому что у меня, как бы, связи никаких нет, я не могу там, блядь... Там, как Мэдисон, там, блядь, там, из миллионов отбирать адептов четкие, да? Потому что я брал всех всегда, в Блуверу, как вы знаете, брал всех, блядь, похуй, кого брал, главное, блядь, на людей. Я, как бы, все делал, потому что верил в людей, да? Верил в людей, поэтому я это делал. Так, на чем остановились? В общем, такой пиздец, вот, и вот и слил, собственно, его тут же, и, блядь, и пусть они пиздят фейк, не фейк, но это факт, он, блядь, всех сливал, этот Архангел, еще тогда, вот, и когда вот эта хуйня началась, вот, с Варлдом, да, там ушли практически все адепты, ну, естественно, начал, блядь, Архангел возвращать, как бы, чтобы с этим Варлдом разобраться. Ну, а поскольку, ну, вот, а по поводу чего, вот, блядь, Кейн пиздит, да, что Солом предатель, да, его записал. Но он-то, Солом-то это делал во благо, потому что реально там, то что, блядь, я единственный гарант Абдулла Веры, не паркур. Пока с паркуром все нормально, с Абдулла Веры нормально. Да как только с паркуром не нормально, с Абдулла Веры опять какие-то, блядь, происходят проблемы. То есть два гаранта, да, уясните себе сразу. Я объяснил, почему. Я, да, я есть Абдулла Вера, да, и паркур. Потому что, блядь, кто начинает паркура, почему нельзя трогать, да? Во-первых, вот кто начинает пиздить, да, это вот тупой идиот, во-первых, это раз. Во-вторых, подонок, да. А в-третьих, это, блядь, забыл, что третье-то, а? В-третьих, у него нет мозгов, да? Но это еще не все. Главное, что четвертое, что когда они разделываются с этим паркуром, нахуй, он куда-то сваливает в очередной раз... Они берутся за других адептов. Это уже цикличность, блядь, сука. Как, блядь, в Mass Effect какая-то происходит. Это закономерность, это, блядь, закономерность, блядь. Это уже аксиома, блядь. Поэтому этого паркура так оберегаю. Ну, естественно, блядь, мне еще, конечно, стыдно, что я за него вовремя тогда не запустился, да. Потому что у меня тогда была стратегия, что не лезь в эти дела, потому что это очень плохо закончится. Оно и закончилось, собственно. Ну, по-любому-то, а по-другому-то все равно еще хуже-то будет, да? То есть тут выбирать не из чего особо. Вот. Так, блядь, опять забыл, что там, на чем остановился. В общем, блядь, сука, блядь. Так, сначала Вард, вот. И, в общем, большими... Вот, естественно, он, как бы, поскольку они все эти друзья, не разлей вода, блядь, с Кейном, блядь, и Джихадом, вот, блядь, нет, не на этом, блядь, я закончу, а на том, что, блядь, Кейн, блядь, предъявы, они же, блядь, угрожали, сука, бедным, вот, значит, четкие адепты, блядь, и по пальцам можно пересчитать, я вам сейчас их назову, блядь, лечебница,
Это во-первых, потому что он реально вот единственный, да, человек, который он что-то делает, пытается новое придумать, сделать, он слушает, что я говорю, там использует мои методы, да, и что-то изобретает, да, такой ученый, там вот сайт сделает, улучшает, да. Так, а потом второй паркур, да, потому что он реально болеет за Абдулла-Вера, он, блядь, все делает, блядь. Это вообще пиздец, реально, блядь, все это, блядь, живет этим пибараном. Потом третий, это Ада Абдулова был, он, к сожалению, его, блядь, на доту подсадили, да. Блядь, вот который мультики рисовал, вообще пиздец, он и пел, и это. Сейчас он, блядь, в эту доту, вот этот варвар, сука, его подсадил. Вот, потом Hellspawn, да. Блять, и Солом, блять. Солом и Алан Бригада, да? Потому что, а что этих людей общего, у них вот есть совесть, да, какие-то моральные принципы. И все эти люди, они подвергались гонениям от этих подонков, да? То есть, я не могу это терпеть, когда я вижу четкие люди, которые реально, вот, блять, адепты, да? А не просто мразь, которые вот позеры, да, ублюдки, да? И трогать, да, что-то сделать, да? А как защитить, блядь? По идее, адепты сами должны наказывать мразь всякую, как вот этот Архангел, да, и Варлот. Но они как бы, блядь, подонки, они всегда вместе объединяются, да? Понимаете? А вот эти, блядь, люди с совестью, они ничего не могут сделать, как бы, блядь. Знаете, их надо защищать, да? Выкидывать нахуй вот этих вот тварей, да? Но я не оставился не на этом, да? А на том, что, блядь, когда... Зачем что пиздить-то Солома стали за то, что он записал конфу, в которой этот охуевший архангел, блядь, с Кейном говорят, блядь, что я им ничего не делал, никак им не помогал, да? И как он мои бабки, блядь, собирается пиздить? И что, блядь, то есть мои деньги еще считает там... Блять, и что Абдулла-Вера, блять, может существовать без меня? Это вообще просто пиздец. Это просто умственно отсталый, может сказать такую хуйню. Я, честно говоря, не вижу. Я отхожу в компьютер, что-нибудь там пишут. Но вы видите, что они пишут. В общем, вот. Так, я опять забыл, на чем остановился. А он тогда, я эту часть, блять, закрою, да, новую создадим часть.